247. Посмотрим. Какой забег будет после прошлого? Окей. Так, часы нажимать не надо. Мы. Во-первых, мы и не на зверя, а во-вторых, вообще их нажимать не стоит. 10 кг при 1.8 см. В принципе, у нас даже выйдет опять неплохие статы. Дамага много, но терзы мало. Терзы мало, дамага хорошо. Хотя у нас дамаг, в принципе, еще от зуба собачьего. Опять собака будет мяукать везде. Но часы, в принципе, это потрясающе. Ну, на митр это неплохо. Не будем митру игнорить все же. Это пока надо оставить, наверное. Опять ранее с Акрумом. Ну, пока мне ее особо нечем фармить. Одно красное есть. Замычала псина. Слева получается, да, наверное, от Сокрумы. Yes! Повезло, что в диапазоне этой бочки оказалось. Старик умер? Да нет, просто забег смешной дали. Прям очень смешной. Так получилось. Ой, ютубный охуеет от прошлого рана, наверное. Подумает, ну все. Ну понятно. Наверное, сдох. 10 минут забег. Все, все, блядь, ясно. Этот еблан сдох. Там такой прикол. А там такой прикол. Причем старт сам по себе был такой, ну, не сильно мощный. Там даже как бы непонятно. Там вроде сделка, ебать, смешно. Блять, ёб твою мать. А, там пуш вторая секретка еще. Господи. Она со всех с трех сторон мычит, блять. Сука, все три румы с этой ебучей псиной. Бесит. Хватит? Нет, не хватит. Что хочу, то и делаю. Мой стрим. Кстати, мне бытовой ключ нужен. Вот что я понял. Мы на мать. Мы на мать. Тут благо не XL, но вообще ключ мне все еще нужен. Был в магазине ключ? Не запомнил. Так, Степан или Степашка? Загадка года. Загадка тысячелетия. Ну, я в этом забеге и то и другое устрою. У меня писал, нихуя нет пока. И плюс дамаг, и плюс Степашка будет, в принципе, плюсово. Более чем. Не-не-не-не-не. Не трогай меня. Ебалака с рожей красной. Не-не-не-не-не. Да, это сидит хуйня. Ты либо Степашку получаешь, либо Степана. Ты это никак не можешь переделать. Черное не забыть, это правда. Хотя я могу попробовать потыкаться все же. Все же можно потыкаться, попробовать. Вдруг что-то натыкается. Вряд ли, конечно, но тем не менее. 4. 5. 6. Натыкали ключ, но... Это пизда, дорогой ключ. Это прям ебать дорогой ключ. Хорошая таблетка, возможно, я... Ну, кстати, да, нормальная таблетка. Ладно. Ладно, главное, ключ есть.
Все. Остальное пока не важно. Главное, чтобы был сраный ключ. А могу пойти сразу в Вольтраут, но у меня ключа не будет на этом руму. Не знаю, есть в этом смысл. Ладно, пошли сразу. С часами, по идее, я в порядке должен быть, наверное. Не. Уже того не стоит. Степашка, тащи. Ты мой билд! У меня нихуя больше нет пока. Есть мульган, но он так себе работает с такой терзой. Не прям, чтоб он сильно-то работает. Ну да, у меня теперь ключей нет. Что я, может быть, даже скипаю по этому руму. В теории. И секретки искать я, по-моему, тоже не особо могу. У меня теперь бомбы тоже как бы в дефиците. Ладно, тогда могу, наверное. Две бомбы все же, надеюсь, я найду за еще три этажа. Уже 2,5. Ближе к правде. Ладно, бомбы ведь нормально сыпятся. Бомбы нормально сыпятся. Неудобная, блядь, комната. Места мало. Как же Степашка самонаводит. А, костров нет. Потому что мы под водой. Терза, отлично. Говорят, плохие секретки в репе. Да вроде не такие уж и плохие. Что здесь? Да, наверное, не хочу я эпикак. Думаю, не хочу я эпикак. Мне только что дали нормальные статы, я тебя даже не видел. Я его даже не видел. Это пиздец просто. Эти эффекты, они капец. Очень сильно упрощают игру, конечно. Ебучее отражение. Но опять же, графика на игру не влияет. Запомнили. Вообще никак. Говорят эксперты с Трик Дискорда. Это никак не влияет ни на что. Записываем. Парно. Это первый, да, этаж? Я раньше пошел в Вольтраут. Да, поэтому можно все отрубать. Именно так. Потому что импакт нулевой на геймплей. От эффектов графики. Говорим, что мы играем на Солиоре, на Солироне первом, поэтому можем отрубать графику. Или вообще играем на Тетрисе. Имеем полное право все отрубать. Не смогли себе комп получше попозволить. Только за $1. Времена нынче сложные. Так что полностью оправданы. Ёпта. Окей. Даже часы не надо пока юзать. Хорошо. Хуя себе. Давай. Ключей пока нет, да. Это немного даже печально. Ну, BFF. Ёпта, я по-моему муха спасла только что. Так.
Если не уголь, то ты идешь нахуй, мистер Крампус, сразу говорю. Ты идешь нахуй. Окей. Правда, я въебал ключ, а я въебал часы полностью, это печаль. У меня теперь нету защиты. Но мне, по идее, защита и не пригодится, наверное. Я думаю. Думаю, она и так не пригодится. По идее, не должна. Мне бы, ебать, ключи бы пригодились. Вот что мне бы пригодилось в этой жизни. Мне бы явно пригодились. Если не будет ключей, идешь на мать. Тогда можно идти на зверя. Вместо матери. Рака тебе яиц, ебаный еблан, то эти тупорылые, блять, комнаты ебаные придумывают своими ебучими, сука, бомжами, блять, подводными. Просто рака яиц, нахуй. Иди нахуй, урод, просто своими комнатами. Просто иди нахуй, урод. Самый, блять, долбоёбский комнаты вот с этой ебаной, блять, параши. Альтраутной. Просто пиздец. Мне эта хуета просто вымораживает нахуй. Тупая хуйня, блять. Так каждый тупорылый рум надо нахуй помнить, что ты в ней, блять, был. Какая пизда из нее, блять, вылазила, блять. Просто дегенерация, блять, тупорылая. Короче, похуй на этом руму. Уходим. Все, я все сказал. Я сказал все. Минутка ненависти была. Я могу тебя взорвать. Я не знаю зачем. Ради удачи. Здорово, интроверт. Полезно. Ну, по-моему, второй раз чуть-чуть не подыхаю в такой руме. У меня уже было такое, что я просто нахуй забываю, что эти ебланы, блядь, там спаунились. Просто презираю этот ебаный раут говна. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, опять телепорта нет, семь. Вообще дорого, по-моему, для редемпшена. Дорого, не хочу столько тратить на редемпшен. Он, конечно, может быть, окупится, но вообще не факт, что он окупится. Может, все сделки будут полезные. BFF не работает на щит и маску. На какой щит? И какая маска? Или ты про гимпи? На гимпе BFF я не думаю, что работает. А щит, вообще не понимаю, о каком щите речь. Кто такой щит? Если ты про щит, который ангельский, то не помню. Возможно, работает. Возможно, он щит больше делает хотя бы. Щит — это щит. Согласен. Это справедливо. Так, у меня 4 бомбы. Вроде пока живем. Это нормальная тема. О,
Это можно скипнуть. Откуда 4 плаценты из говнотрекера, который пиздит? Примерно оттуда. У меня только одна плацента в этом забеге. У меня нет никаких 4 плацент. А тут нету. Соп, чё нахуй, а где она? Где собака была? Сверху. А, вот она. Ясно. Здорово, ебать. Ты откуда вылез? Деньги вернули, приятно. Руна с кэшбэком. А, да, мне же еще этот, господи, блокиру. Смешно. Смешно. Еще и локерок пригодился. Особенно с этим. С Humble Bundle. Роун ебнул. Conjoint. Да возьму я, наверное. Да возьму я терзап. Это все же уже вроде неплохая сделка. Такую можно и взять. Да, блять. Да иди в жопу. Твои мухи. Ладно, мог часы нажать, но пофиг, наверное. Пока я без часов справлюсь. Так, мне теперь спектрал, надо им пользоваться по возможности. Вторая кнопка. Ну давай. Чё там в вашем вип-магазе продают? Полезно. Дай денег. ЕСА в огне? В каком огне? Жико ЕСА. А, ЕСА зимняя же, после туч. Я думаю, оно уже закончилось. А нет, уже только начнется вроде. Вообще похуй. Что ГДК, что ЕСА, по-моему, скоро вообще можно не смотреть будет. ГДК уже давно, ЕСА, по-моему, к этому активно идет. Семимильными шагами. Летняя из экран. Я подумаю. Может. И тебя еще примут. Может, вообще не примут. Гессеру вроде уже, по-моему, отказывали. Нету сделки. Здесь? Батарейки. Нет. Два айтема на бомбу. Что забавно. И то, и другое дает бомбы. В общем-то. Это реально иллюзия выбора.
Если Насана, где? Где Насана? Ничего не Насана, надо брать. Ничего тут не Насана. Пришел, уже обманывает. Ну хотя ладно, мы маленько все же Насана. Ладно. Только что увидел. Ладно, все же есть маленько. Не без этого. Но не сильно вроде. Терпимо. Нахрена мне аккумулятор? На кой член мне аккумулятор с часами? Вроде делает примерно ничего. Ну вернее, ладно, делать, если я поломаю часы, вроде они будут дольше, наверное. Замедление давать, наверное. И то не уверен. Ну, наверное. Чтоб машину завести. Правда. Там нужен аккумулятор. Не разряжен в идеале. А я, кстати, да, я вышел от звуки. Она будет планетарий, кстати. Возможно, будет планетарий. Чтобы до тех уметь. Ты даже если поменяй, типа, ну, похуй. Похуй, типа, расщепливать. Забег и так уже будет пройден. Уже много не надо. Я вот не помню, я автомат бахал, да? Это более важная информация. Бахал ли автомат? Что и да. Это печально. Денег-то много лишних. Можно было сейчас автомат починить. Это грустно. Вот это реально грустно. Еще бахал. Чтобы не бахал. Ну давай. Что-то мне дают. Вообще нет. Я деньги верну. Что ты переживаешь? Я же деньги верну. Просто по чеку, что там лежит. Все переживайте, господи. У меня же часы есть. Я сразу все и откачу. Жесть, жадность, конечно. Я помню, такой жадный. Где там Зен? Зен. Так, я, наверное, пока не хочу. Охуеть тут надо реакцию нахуй, блять, этого мангуста нахуй иметь. Подожди, а как? Подожди, а как это вообще сделать? А как я должен пробежать? Типа надо увести его влево, а как я его влево уведу? Я успею? Типа так, ладно. Тогда ладно. Тогда еще может быть. Дайте. Головоёбки. Обожаю головоёбки. Я ж пришел в Айцга играть в головоёбки. Неплохое, этому, в принципе, можно и получше найти, наверное. Ну, чисто формально, конечно, чисто формально. Я, конечно, могу это взять чисто формально, но... Учитывая часы.
Но по факту это тупая идея, потому что это все еще может меня за пару секунд убить. Так что, наверное, нет. Так, это все хуйня, короче, была, я понял. Тут можно часы починить. Так. Пима, это мы уже видели. Хуйня. Еще глубже, значит. Уходим в еще более глубокие роллы. Здесь получится. Это был хелсап, да? Это был хелсап. Это был хуёвый. Пиздец. Это уже 4, да, было ролла? Без ничего. Все, это типа. Это уже дно. Дальше уже некуда. Понял. А, если прикольно, что у меня часы даже, кстати, не ломаются охуенно. Я только сейчас понял, что у меня часы вообще не ломаются. Потому что я там их заобузил, поэтому мне каждый раз дают 3 заряда. Уморительная хуйня. Как же ловко они часы починили. Очень ловко. Вот, где был атомем? Там не было атомема никакого. Какой такой атомем? Бля! Теперь опять по новой ролить. Сука. Опять по новой ролить. Бля, отсюда. Скорость, да? Пизду эту скорость. И так быстрый. Флипа Коин. Да, наверное. Ну хотя мапинг можно взять, наверное, чтобы уже быстрее закончить. Ладно. Шли с маппингом, похуй на импресс, наверное. Тут я еще не был, правильно. А тут кал. Фига, она быстро умерла. Белка сильная. А там, да, кстати, БФ кого-то, правда. Кал с БФ-ом. Так. Я карту же не пострелил, гений. Ну ладно, я могу еще раз сделать. Теперь пострел. Ладно. Сильно быстро вырубил. Сильные. Кашки мощные. Смотрим последний магаз этим румом. Суют деньги. Это прикольно. Вообще, эти шипы даже, может быть, и да. С часами можно и потыкать, в принципе. Не обломаться. Ах ты ж. Пароль маленько, осторожно. Ты не букворм. Я без понятия. Бля! Ладно. Кстати, глаз, наверное, норм. Глаз, полагаю, даже норм. Пускай будет глаз. Плевать абсолютно. А, часы можно починить, но опять же. Кому не похуй. Кому уже не похуй на это все. Явно не мне. Я точно не готов отдавать никого здесь, наверное.
Мак. Пень. Дамаг дают, но на самом деле нахуй мне дамаг тоже. Вот эти огоньки можно ломать, но... А, нахуй, эту сделку просто. А, я успел на бусараж. Эпик. Говно все задолжило. Вниз. Собаку заклинило нафиг. Гигабосс. А что здесь с часами происходит, когда ты нажимаешь на этом боссе? Часы. А, он реально откатывает на эту фазу. Окей. Думал, меня вообще вернет типа на это. Начало файта. Опять срун. День сруна сегодня, походу. Пать далеко переться. Куда у меня мантия? А, у меня мантия с этого, господи, с холикарта. Я все еще ее не потерял. Просто. Да, блять. Ебались. Все, убейся, это мой глаз. Я тебя путаю, где чей глаз. Спасает от слез. А, еще и Сатурн тоже ворует слезки. ГГ 247.